Теперь наша задача сохранить это для дальнейшей обработки. Итак, мы заходим в галерею, где у нас представлены уже бывшие до этого сделанные эскизы. Открываем его, и у нас есть такая кнопочка Share. Здесь мы можем Share, то есть размножить, передать в PNG, JPG и PSD. Нас интересует PSD, потому что это многослойный формат. Я передаю это, можно, допустим, девайс, то есть, например, подключить флешку. Но я использую Dropbox. То есть я использую файлообменник, где у меня есть специальная папочка. Скетчбук. И я сохраняю работы, сделанные здесь. Нажимаем Add. И работа туда уходит. В принципе, все. Дальше мы уже обрабатываем это в Photoshop и в векторном редакторе.